Оперативники получили информацию, что 57-летний мужчина, житель Приволжского района города Казани, ищет покупателей на крупную партию алкогольной продукции. Полицейские связались с ним и, выступив в роли покупателей, назначили ему встречу. Подозреваемый был задержан с поличным при попытке продажи полицейским, выступившим в роли покупателей, алкогольной продукции на сумму более 107 тысяч рублей. В кузове грузовой «Газели» были ящики, в которых находились бутылки с водкой и коньяком известных брендов, а также 5-литровые канистры со спиртосодержащей жидкостью. Естественно, никаких сертификатов качества на продаваемый товар мужчина предоставить не смог. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится мероприятие по установлению производителя изъятого алкоголя. Сейчас вся изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу. Если выяснится, что спиртное представляет угрозу для здоровья и жизни человека, возможно, это станет поводом для возбуждения уголовного дела еще по одной статье. Артем Агалаков, эфир 24. Ганнибал. С понедельника по четверг в 23:30 на телеканале «Эфир».